Накануне в Арзамасе прошел большой гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик». Скоблянка, тёпанка, суп колья, кулебяка – лишь малая часть оригинальных исторических блюд. Гости смогли попробовать исторические и современные блюда. Народная музыка и угощения не оставили равнодушными посетителей. Парк Гайдары на один день стал гастрономическим центром области. Здесь прошел фестиваль исторической кухни «Арзамасский трактирщик». Повара около года собирали оригинальные рецепты, прорабатывали блюда русской кухни, чтобы удивить гостей. Например, рецепт скоблянки привезли студенты из экспедиции по району. Местные жители поделились секретами этого блюда из картофеля и мяса. Для многих поваров подготовка к фестивалю стала отличным опытом. Идея организовать фестиваль с презентацией аутентичных блюд великолепная. Импонирует и то, что руководство города и рестораторы занимаются этой работой сообща. Надеюсь, одним фестивалем дело не ограничится, и нас ждет продолжение в следующем году. Атмосфера 19 века поддерживалась и выступлениями артистов. Ансамбль казачьей песни и цыганский коллектив не давали скучать участникам и гостям фестиваля. Кстати, из Нижнего Новгорода был запущен специальный туристический поезд, где была выдержана атмосфера трактира XIX века.